Здравствуйте. Привет всем. Петя, что ты за спиной прячешь? Это мое оружие. Мне сегодня домой возвращаться поздно. Разве это похоже на настоящее оружие? Это же просто поварешка. При умелом обращении любой предмет может защитить. История древнего боевого искусства Кабудо это доказывает. Там тоже сначала сельскохозяйственными серпами защищались, а теперь это отдельный вид спорта. Не слышала о таком. Японский. Да, это как карате, только с разными штуками. Софиева ложка лучше в этом понимает. Всем привет! Это мое здание, там, где я учусь спортивному спорту. Оно называется Кабудо. Я им занимаюсь уже 5 месяцев, и я хожу туда 3 раза в неделю. Идемте, я вам все там покажу. Вот я в раздевалке для девочек. В нашем спорте, как девочек, много, как ни странно. Вот у меня есть сумка, и я переодеваюсь вот в такое кимоно. Вот штаны, и еще есть при этом еще пояс. У меня пока что белый пояс. А потом, когда я уже все экзамены сдам, у меня будет черный пояс. Идет белый, желтый, красный, а потом уж я не помню. Это вход в зал, я, правда, немножечко опоздала, поэтому надо поклониться доджо и немножечко подождать. Поклонись. На, сейза, поклонись, сейза. Поклонись, поклон сделал. Я не видел поклон. Поклон, когда поклоняется, что мы не рейсируем. Yes, окей, okay. Я вижу. Подойди, пожалуйста, и стань строй. Okay. Это есть уважение, которое вы показываете. Потому что она пришла учиться. Может показаться, что учитель сердится или слишком строг, но это не так. Просто такова традиция. На этих занятиях мы изучаем древнюю японскую традицию, которая передается от учителя к ученику. И это не только про технику владения оружием. Кубудо – это наука о том, каким нужно быть человеком. Поэтому каждую тренировку мы изучаем историю и повторяем главные принципы кубудо – доджо-кун. На тренировке мы учим разные ката и повторяем те, что уже знаем. Ката – это определенный порядок движений с разными видами оружия в руках. Мы, дети, пока еще сражаемся с воображаемым соперником, ведь оружие очень серьезное. Хотя, если по-честному, я каждый раз представляю себе парочку своих одноклассников. Это сай, металлический жезл. Пришел из Индии, а также из Китая. Вот. Сай, на изготовление сай уходит год-два, может, потому что это специальная сталь. Она металлическим, катаной металлической. Невозможно перерубить. Панцирь черепахи очень крепкий, пробить его очень сложно, то есть его мечом невозможно пробить. Он использовался против мечей и используется против копий. Когда человек, ученик, хорошо знает работу с любым видом оружия, для него не составит проблемы любое подручное средство, будь это ручка, будь это кусок ветки, будь это просто полотенце маленькое, оно для него уже будет оружием. История Окинавы, родины Кабудо, было время, когда ношение оружия было запрещено. Но защищать себя, своего хозяина или дорогой товар нужно было всегда. Поэтому оружие создавали из подручных средств. На первый взгляд, это простое весло, которым рыбак, ловящий рыбу. Но на самом деле это очень опасное и грозное оружие. Потому что ним свободно можно переломать шейные позвонки человеку.
Потому что все удары идут в пятый меридиан желудка, выполняются таким образом. Также выполняется в гортань, это пробить очень легко. Когда было запрещено ношение оружия, что мог делать любой воин? Он просто-напросто привязывал себе подковы. И когда его полиция встречала, она ничего не могла сделать, потому что были просто обыкновенные подковы. В дальнейшем это стало очень сильным и как дробящее, как режущее под локти, под руки. То есть это стало оружием. Называется теко. Томфа – это обыкновенная была ручка для ручной мельницы, для того, чтобы муку молоть. В дальнейшем это стало очень холодным, сильным, холодным оружием, потому что оно имеет очень большую центробежную силу. И когда человек работает, то есть вы никогда не узнаете, когда будет окончательный удар, который приведет вас к смерти. Конечно, сложно себе представить одесского школьника, который носит с собой в школьном рюкзаке черепаший щит, да и вспарывать кому-то сонную артерию, надеюсь, мне все же не придется. Но виртуозное владение разными предметами придает какую-то уверенность. Вот меня в школе однажды обижали, и я ему ударилась по ноге, а он упал, мальчик, с лестницы. Мне это пригодится, потому что есть много странных людей, они попадаются очень часто. Мне половина класса просто задирает. Делаю так, чтобы они боялись. Оружие очень хорошо развивает физически человека. Для того, чтобы работать с оружием, нужно уметь расслаблять свое тело и в каждую точку концентрировать его. Малейшая ошибка, если вы плохо делаете, она очень жестко наказывает. То есть, если вы неправильно делаете, вы получите удар, здесь удар, по ноге удар. То есть, поэтому это дисциплинирует детей. Они должны учиться терпению и смирению. Женя Доленко даже младше меня. Ему только 7, а он уже чемпион мира. С самого рождения я был очень способным. И мне это с помощью этого я выиграл. На чемпионате мило. Я хорошо делаю, красиво, быстро могу. Среди девочек тоже есть чемпионки. Нам тоже хочется быть сильными и крутыми. Благодаря боевым искусствам мне стало сильнее морально. Я поменяла взгляды на многие вещи. Стала меньше переживать. Стала более спокойной и быстрой. Поняла, что на самом деле нужно жить простой жизнью. И настоящее богатство – это не материальные вещи. Ну, это дети, это семья. Нунчаки – это единственный вид оружия, которого я пока освоила. Я освоила делать блоки, удары и нападения. Это я сделала блок, и вот это вот удары. Сейчас вам покажу нападение. Все обучение происходит на английском, потому что я учусь в Международном институте окинавского карате и кабудо. Все очень серьезно. Вот такие они, одесские самураи. София Волошко, Андрей Кульба, 7 канал. Эффектно, конечно. Только я вот не понимаю, зачем девочкам уметь драться? Я считаю, лишних умений не бывает. Никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится. Пожалуй, ты прав. С такими навыками в кино можно сниматься. И из ночного клуба возвращаться не страшно. И в резюме не стыдно написать. Свободно владею английским, французским, бо, тонфу и саем. Работодатель испугается и точно примет. Ты что уже, о работе задумываешься? Ты ж только в 4 классе. Просто не хочу, чтобы в будущем собеседования были для меня стрессом. Мы с Дашей Скорбилиной отличный тренажер нашли. Наржались! Вот такая вот игра прибыла сегодня ко мне на обзор. Это игра Джобсы, и она для компании, чтобы ее развеселить и скрепить. На ней написано: «Выбери себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать в своей жизни».
Это игра собеседования, где ведущий будет решать, принимать тебя на работу или нет. У нас имеется колода с профессиями, например, парикмахер, бухгалтер, пиар-менеджер, маляр или прачка, и еще много-много других. Еще есть колода с умениями, например, я умею водить автобус, я разбираюсь в насекомых, я умею метко стрелять, или я умею предсказывать погоду, и много-много еще других. На круглых карточках написаны ваши недостатки, такие как вы излагаете мысли быстро, активно и нетерпеливо, или вы говорите самозабвенно, не обращая ни на что и ни на кого внимания, вы чрезвычайно нервничаете, вы изо всех сил стараетесь кому-то понравиться, вы говорите слишком тихо, они будут мешать вам проходить собеседование, но вы должны попасть на эту должность. Каждому игроку достается 3 навыка и 1 недостаток. Вы их никому не показываете до конца собеседования. Ведущий достает 3 профессии и раскладывает их рубашкой вниз. В моем случае это плотник, гример и пожарный. И ведущий должен придумать какую-то историю, где понадобятся все эти 3 профессии. Мы, допустим, строим театр, и нам потребуется плотник, гример и пожарный. Я буду претендовать на пожарный. Во время собеседования вам не только нужно назвать все свои сильные стороны и как-то объяснить их для вашей профессии, но и так себя вести, как написано в этой круглой карточке с недостатком. У вас есть 1 минута. Выглядит это примерно так. Я хочу поступить на пожарного. Я умею водить автобус, что пригодится в пожарной машине. Далее ведущий решает, поступили вы на эту вакансию или нет, назвали ли вы все свои навыки и при этом сыграли ли вы свой недостаток. У меня, кстати, было «Вы говорите тихо». С помощью вот таких вот круглых комплиментов ведущий поставит вам оценку от 1 до 3. Игроки тоже ставят друг другу оценки, кладя фишечки в закрытую на поле игрока. И считаем баллы. Игра развивает актерские навыки, логику, речь и чувство юмора. Игра вам также поможет, когда вы вырастете и будете проходить много собеседований на работу. Петя, как ты думаешь, какие у тебя навыки? Я круто езжу на велике, умею играть на трубе и доводить старшего брата. И в какой области могут быть полезны эти навыки? Да везде. Выносливые, настойчивые и громкие люди – находка для любой отрасли. Вот эта самооценка. Далеко пойдешь. Желаем и вам уверенности в своих силах и в своей уникальности. Пока!